Что ж, на предыдущей лекции мы начали с вами говорить о первородном грехе. И мы с вами определили две основные составляющие первородного греха. Это прирожденная вина с одной стороны и прирожденная порча или испорченность с другой стороны. Я полагаю, что на этом мы с вами остановились. И сейчас мы уже готовы с вами перейти к следующей теме. И это последний пункт на слайде. Связь прирожденной порчи или испорченности на общее состояние человека. И есть два термина, которые мы будем с вами использовать. Первый термин — это полная испорченность, и второй термин — это полная неспособность. Я думаю, наиболее часто вы слышите первый термин — полная испорченность. Но когда вы начинаете вникать и разбираться, что же все это означает и что люди имеют в виду, когда говорят об этом, то вы обнаруживаете, что на самом деле они имеют в виду полную неспособность. И вскоре вы в этом убедитесь. Когда мы с вами говорим о полной испорченности, нам необходимо ясно понимать, о чем же мы говорим. И полная испорченность фокусирует наше внимание на всепроникающую сущность прирожденной порчи. И вот что я имею под этим в виду. Если бы вы задали такой вопрос, вот в результате грехопадения Адама каждый из нас испорчен грехом. Но вот насколько испорчен? Какая часть нашей онтологической сущности, нашей природы, наших составляющих, какая часть нас испорчена грехом? И ответ будет полная испорченность. Каждый аспект, каждая наша часть затронута и испорчена грехом в результате грехопадения Адама. Но пока это общие слова, я думаю, нам стоит быть более конкретными. И вот в ваших конспектах на странице 62 внизу вы видите раздел, говорящий о том, что не означает полная испорченность. И нам необходимо поговорить об этом, прежде чем мы поговорим о том, что означает полная испорченность. И здесь несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, полная испорченность не означает, что каждый грешник настолько нечестив, насколько только может быть. И даже несмотря на то, что грех затронул каждую сферу человеческой природы, все-таки неверно будет говорить о том, что каждый грешник настолько нечестив, насколько он может быть. И вот, к примеру, если мы говорим о младенцах, то уж, конечно, они не так нечестивы, как могли быть. И второе, полная испорченность не означает, что у грешника нет никакой совести. Это не означает, что в человеке больше нет врожденной способности различать, что нравственно хорошо и что нравственно плохо. Совесть, врожденное чувство понимания добра и зла, не устранены полностью, только лишь потому, что кто-то является грешником. И третье, что не означает полная испорченность, это то, что люди не способны уже творить хоть какое-то добро в каком-либо смысле этого слова. Люди, которые полностью испорчены, могут творить дела, о которых другие скажут, что это очень добрые дела, нравственно говоря. Скажем, вот перед нами человек, который обладает некими талантами, скажем, может что-то творить своими руками, или, скажем, он может очень умело управлять. И если посмотреть со стороны на такого человека, то можно сказать, что жизнь такого человека в большинстве своем соответствует тому, что большинство людей в обществе считают хорошим, считают стандартом доброго поведения. Поэтому вы можете быть полностью испорчены
и тем не менее делает то, что кто-то назовет добрым поступком. Но есть еще то, что полная испорченность не означает. Это не означает, что грешник будет совершать всякий возможный грех. Хорошо, если это все то, что полная испорченность не означает, что же тогда она означает? Ну вот два момента в частности я хотел бы упомянуть. Во-первых, это означает, что унаследованная порча или прирожденная порча распространяется на каждую сферу человеческой природы, на каждую часть сущности человека, на все составляющие, на все способности, как на тело, так и на душу, или разум, как бы вы ни называли нематериальную сущность человека. Другими словами, в природе человека нет ничего, что могло бы избежать влияния греха. И второе, полная испорченность означает, что грешник не способен ни на какое духовное добро. И особое ударение здесь на слове «духовное». И имеется в виду вот что. Что касается Бога и Его стандартов, стандартов нравственности, понимания добра и зла, то вот в человеке нет ничего, чтобы относилось к духовным добродетелям. Итак, полная испорченность означает, что грех затронул каждую сферу природы человека, и что в человеке нет ничего духовного, чтобы заслуживало похвалы от Бога. И также в ваших конспектах вы можете увидеть стихи из Писания, на которых основано учение о полной испорченности. В противоположность полной испорченности существует такое понятие, как полная неспособность. И как вы понимаете, и то, и другое, и полная испорченность, и полная неспособность — это все следствие порчи, полученной вследствие грехопадения Адама. И также к этому можем добавить то, что грех, который мы совершаем после нашего рождения, усугубляет эту порчу, которую каждый из нас получает при рождении. Итак, от Адама мы унаследовали полную испорченность и полную неспособность. И в таком состоянии мы начинаем жить. И мне представляется, что порой люди верят в то, что полная испорченность и полная неспособность по сути, одно и то же, хотя это не одно и то же. Говоря о полной неспособности, мы не говорим о том, какая часть природы человека поражена грехом. Полная неспособность фокусирует наше внимание на вопросе о том, сколько силы у нас есть, чтобы делать то, что угодно Богу. Или, если хотите, можно сказать об этом так. Полная неспособность фокусирует наше внимание на влиянии прирожденной порчи на наши духовные способности. И вы, может, еще думаете про себя, но в чем же все-таки разница между полной испорченностью и полной неспособностью? Но разница есть, и разница существенная. И позвольте мне эту разницу объяснить. Каждый аспект природы человека поражен грехом, и это полная испорченность. Но это ничего не говорит вам о том, на что способна ваша воля, способна ли она избирать то, что праведно. И полная испорченность ничего не говорит вам о том, насколько способен ваш разум иметь благочестивые мысли и размышлять о Боге. Полная испорченность говорит лишь о том, что грех поразил разум. Но остается вопрос, хорошо, грех поразил каждый аспект моей природы, но как все это повлияло на мои способности, на мои возможности делать то, что угодно Богу? Полная неспособность — это понятие, которое говорит о том, сколько в нас есть духовных сил, сколько их осталось в нас после грехопадения
Адама и Евы и из-за нашей связи с этим грехопадением. Что ж, хорошо. Говоря о полной неспособности, в первую очередь мы должны сказать о том, что полная неспособность не означает. И затем мы скажем о том, что она означает. Если мы говорим о том, что она не означает, что мужчины и женщины больше не обладают никакой волей. И также полная неспособность не означает, что человек не способен принимать решения. Совсем. Другими словами, это не означает, что люди стали роботами. Нет, в нас все еще есть воля, в нас все еще есть способность принимать решения и их исполнять. И, конечно, скорее всего, мы примем такие решения, которые основаны на наших желаниях. Мы избираем то, что нам хочется. Полная неспособность не означает, что у человека полностью отсутствует воля, что человек не способен действовать. Второе, что не означает полная неспособность. Полная неспособность не означает, что мужчины и женщины не могут ничего доброго делать совсем, ни в каком смысле. Что-то человек может делать. К примеру, человек способен соблюдать законы своей страны, своего общества. Мы способны так устраивать свою жизнь, чтобы соответствовать нравственным нормам и стандартам в том обществе, в котором мы живем. Делать то, что считается нравственным добром в глазах человека. Пусть даже в конечном итоге это не угодно Богу. Вдобавок к этому, человек способен совершать гражданское добро. И вот что я имею в виду. Кто-то, несмотря на полную неспособность, может быть хорошим мэром города, хорошим управляющим, хорошим царем, хорошим президентом какой-либо страны. Полная неспособность не означает, что мы не можем делать ничего доброго в ненравственных сферах. Очевидно, что способность человека играть в футбол или в бейсбол, либо в какой другой вид спорта, который ему нравится, вот эта способность не относится к нравственной сфере. И несмотря на наличие полной неспособности, эта полная неспособность не устраняет те способности, которые есть в человеке, такие, скажем, как умение играть в футбол или в бейсбол. Поэтому остается еще то, что человек способен делать, и речь идет о ненравственных вещах. И, как я уже сказал, человек способен это делать, несмотря на то, что есть такие понятия, как прирожденная порча, несмотря на влияние этой прирожденной порчи на духовные способности человека. Но что же тогда означает полная неспособность? Это означает, во-первых, что грешник не может своими силами сделать что-то, что будет заслуживать Божьего одобрения. И, следовательно, будет соответствовать требованиям Божьего закона. И вы, быть может, думаете, ну, подождите-ка, я знаю немало людей, неверующих, и они не говорят неправды, они не воруют, никого не убивают. И разве нельзя назвать таких людей и то, что они делают, добрыми? И уж, конечно, мы с вами рады, что есть люди, которые не делают всего этого. Но ключевой момент здесь вот в чем. Из-за полной неспособности никто не может своими силами сделать что-то, что в итоге будет заслуживать Божьего одобрения. Но вы скажете, если кто-то следует Божьим заповедям, разве Бог не одобряет это? Нет, если мотивы человека неправедны. И вот на этом стоит остановиться.
если я послушен закону, не потому, что Бог заповедал мне так поступать и вести благочестивую жизнь, и почитать Его, и слушаться Его. Не поэтому я слушаюсь, а слушаюсь, потому что я не хочу быть наказанным, если меня поймают. Быть может, я послушен закону лишь только потому, что думаю о том, что подумают обо мне другие люди. Я не хочу разрушить свою репутацию. Вы понимаете, что все это не имеет ничего общего с послушанием закону, потому что Бог заповедал этот закон и из желания прославить Его имя. И даже если люди поступают хорошо, делают то, что соответствует нравственному закону, даже в этом случае это не всегда означает, что они прославляют этим Бога, и что это заслуживает похвалы от Бога, что они получат награду за послушание закону, если даже не поступают правильно, но с неправильными мотивами. И в Писании мы читаем о том, что человек, живущий без Бога, скорее всего, будет делать то, что не соответствует нравственному закону Бога. И даже в тех случаях, когда внешне они делают то, что соответствует Божьим законам, они делают это с неверными мотивами. Поэтому грешник не способен своей силой сделать то, что заслуживает похвалы Бога, угодить Богу. И, во-вторых, полная неспособность означает, что человек не способен изменить свое стремление, свое влечение ко греху. Он не только не может изменить вот свое расположение, свое стремление к тому, что греховно, но он также не способен изменить себя, свои желания, свои стремления. Итак, человек не способен угодить Богу, первый пункт, и человек не способен изменить свою природу, которая влечет его ко греху, которая заставляет его желать того, что греховно, а не того, что прославляет Бога, не того, что угодно Богу. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И также в своих конспектах вы видите, что перечислены тексты из Писания на странице 54, которые говорят о том, что Писание учит, что мы не способны делать что-либо доброе, то, что угодно Богу, своими собственными силами. Ну а сейчас позвольте мне остановиться и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы о полной испорченности и полной неспособности? Я думаю, вы понимаете, что если кто-то скажет, «Ну, я полностью испорчен, и поэтому я поступил так и так», я думаю, вы понимаете, что люди имеют в виду, что они полностью не способны делать правильно в глазах Бога. Да, пожалуйста. Если я правильно понял, то доктрина полной неспособности означает, что даже если кто-то совершает нравственно хорошие поступки, боясь наказания, то все равно это совершается из неправильных побуждений, так? Да, да. Но это не означает, что мы должны говорить всем людям, будь то верующим или неверующим. Вот знаете, если вы все равно не можете совершать правильные поступки из правильных побуждений, делайте, что хотите, нарушайте закон, потому что все равно вы будете виновны. Нарушаете вы закон или соблюдаете ли закон с неверными побуждениями? И не говорить этого мы должны вот почему. В этом случае мы воспринимаем грех как только имеющий вертикальную составляющую взаимоотношений с Богом. И да, непослушание закону или послушание закону с неверными мотивами
и в том и другом случае приведет вас на скамью подсудимых, и вы будете признаны виновным перед Богом. Но грех влияет не только на отношения с Богом. Будем ли мы признаны виновными в Его глазах? Грех также влияет на отношения с другими людьми, на наше положение в обществе, на то, как мы живем. И да, быть может, вы не будете менее виновны, если вы соблюдаете нравственный закон, но с неверными мотивами, чем если бы вы нарушали нравственный закон. Но вот разница будет чувствоваться в взаимоотношениях с другими людьми, в зависимости от того, как вы поступите. И нам бы хотелось, чтобы люди, включая нас самих, повиновались бы Божьему закону из правильных побуждений. И мы знаем, что так будет не всегда, даже в случае христиан. Но уж, конечно, гораздо лучше жить в мире, в котором поступки людей соответствуют Божьему закону, даже если они совершают правильные поступки с неверными мотивами. Это гораздо лучше, чем жить в мире, в котором люди совершают что угодно, живут по своим прихотям, не задумываясь о Божьем законе и о последствиях для других людей. Да, пожалуйста. Но, как мне кажется, Библия делает различие между людьми, которые боятся Бога, и тем, кто Бога не боится. И создается впечатление, когда читаешь Библию, что если кто-то стремится поступать праведно, пусть из-за страха быть наказанным, все равно Бог одобряет это, приветствует это, выделяет таких людей от тех, кто живет по своим принципам, следуя своим прихотям, совсем не боясь Бога. Конечно. Никто не говорит, и я думаю, мне необходимо исправиться, если я сказал что-то, что заставило вас так подумать. Вы можете соблюдать закон из правильных побуждений. Вы можете также соблюдать закон с частично правильными побуждениями. Вы можете соблюдать закон с неверными побуждениями, с неверными мотивами. В любом случае, это лучше, чем не соблюдать закон, потому что есть последствия. И вот сложный момент здесь заключается вот в чем. Если говорить о большинстве из нас, в большинстве случаев, когда мы решаем поступить так или иначе и что-то делаем, мы не задумываемся перед тем, как принять это решение, и не говорим себе, «Вот давай-ка я проанализирую свои мотивы. Почему я хочу поступить так, а не иначе? Действительно ли я хочу через это прославить Бога?» Я думаю, что большинство из нас это не делают в большинстве случаев. Мы научены поступать определенным образом. И знаете, я лично склонен думать, что ваш опыт, и я имею в виду опыт всех нас, наш опыт схож в чем-то, а именно в том, что чем больше мы возрастаем в вере, чем больше мы понимаем Божий закон, тем все больше и больше в своих мотивах мы основываемся не на страхе быть наказанным, если вдруг мы ослушаемся Бога, но все более и более мы хотим угождать Богу и соответствовать Его требованиям. И это, конечно, не означает, что, возрастая духовно, я достигну такого момента, когда всегда буду поступать правильно и совершать поступки всегда из правильных побуждений. Конечно, нет. Я говорю лишь о том, что, живя с Господом, возрастая в взаимоотношениях с Ним, вы начинаете все меньше и меньше бояться наказания, если вдруг вы ослушаетесь Бога, и начинаете все больше и больше стремиться угодить Богу, так как возрастаете во взаимоотношениях с Ним. Вы понимаете, что соблюдать закон — это для вашей же пользы. Вы все больше и больше любите Бога и хотите угодить и сделать Его счастливым, сделать то, что Он от вас ожидает. И в какой-то момент, быть может, в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа, или спустя какое-то время после этого, наступает момент, когда мы осознаем, что быть христианином означает иметь иное мировоззрение,
иметь иной образ жизни, отличный от образа жизни неверующего. И вот в какой-то момент мы осознаем, что если это означает быть христианином, что ж, я буду христианином. Буду иметь соответствующий образ жизни, осознав, что именно это от меня теперь ожидается. Конечно, я понимаю, что мотивы могут быть разные, мотивы могут быть сложными, могут быть смешанными. Почему мы делаем то, что делаем? Что ж, хороший вопрос. Пожалуйста, еще вопросы, да? Мой вопрос такой. Как мы тогда приходим к вере, если мы полностью испорчены? Очень-очень хороший вопрос. Вот что касается полной испорченности и даже более того, полной неспособности, если это то, что характеризует человека, то как человек может принять спасение? Потому что, основываясь на этих понятиях, следует сказать, что человек не способен ни на что духовное, в нем нет желаний со стороны человека сделать то, что Бог хочет, чтобы он сделал. И вот здесь становится ясно, что если что-то доброе, хорошее должно произойти, это произойдет с Божьим участием. Бог вступается и помогает нам обратиться к Нему. И так как Бог не обязан этого делать, то мы должны сказать о том, что Бог совершает это по благодати, вступаясь и спасая нас. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.